Матвеевич, Бенаш. Бенаш. Как в Азербайджане было? Нормально, нормально. Тепло. Война. Где война скоро? Готовишься? Особо нет. На Горном Карабахе, которая была? Ходил? Кому денег на раздачу, говорите? Нет. Русь, ты живой? Да нет, его не появится. А, давай, и ты раздачу поставил? Да, нет. Давай, и деньги есть у тебя на раздачу? Тыкву полетели, а катушки ставят. Пошло дело, пошло! Где она? Здесь вот. Капнули? Дальше, дальше еще куда. Есть деньги на вторую пушку, Гизюль? Короче, я поехал тыкву и взять, значит, у нас две тыквы стоят. А пушку ломать? Ой! Пушку проебал, что там пришел. Там внизу, на меду, под мостом, а? Тысяча, тысяча. Срочно. Там под мостом подарка пушка стоит. Да, блядь, их уже... Они уже, блядь, везде стоят. На третьем уровне, быстрее. Вот стоит. Да. Подарки. Баланс, кто не по балансу? Человек-гум. Человек-гум, кто-нибудь один за это все. Фигурка, потом двое это переведут. Да-да, один кто-нибудь. Давайте. Или я переведу. Все, стоп, ребят, стоп. Б.
Блять, нихуя не могу прыгать. Картушки на базе ставьте и раздатчики. Какая? База? Дамба 26. Какую надо кидать, откуда долетают? Долетают. Лево, право. Вообще нифига. Деньги, ребят, надо. Тысячу накиньте на бесконечный патрон. Ураган, как я не понял. Денег потеряйте еще. Кто на базе раздать, что потому что я пушки ломаю, меня убивают, и я снова буду. О, там отлично. Сейчас Анду не пить. Дайте бабу. Не давайте ему бабу. Крутой мешок. Крутой мешок. Сомневаешься? Я говорю, ты крутой мешок. Это не танцы лежит, это младший. Который именно правый. А вчера вечером какой играл? А вчера вечером тоже я играл. Он играл только ночью, только что в Лангу. Деньги. А ты старший или младший, брат? Я младший. А то Рульфат, так младший. А старшего как зовут? А старшего зовут Айгир. Айгир? Да на конце лежать. Кому денег надо, говорите, я тоже. Давай, давай, хамар. А так ты не за нас, что я тебя буду кидать в отпуск, я пушу. Что ты говоришь, хамар? Айгиз или Айгиз? Айгиз. Да, на конце. Айгиз. А напиши. Сейчас я так посмотрю, я просто не могу понять. Ага, понял. Ты ему знаешь все? Да, все сказал. А
Айди в мешок. Айди. Ты куда ты вылазишь? Ну, смотри. Денег есть тебя? Оп, денег. Дай мне бабок. Спасибо. Киньте бабок, все хорошо. Сейчас там она будет. Лэ, спасибо. Тут у меня кинь, блядь, подскочил. Залагало. Че ты вырубаешь? Дайте косарь еще. Косарь 2. Что такое? Это у всех как-то периодически. Да, у меня прыгает. Давай, чисты. Нет, такое может быть, если канал забивается. Сейчас вроде нормально. Читы не забьют так. Если кто-то читы врубил, он так не забьет общий канал. Он свой может забить, но не общий. Это на твой никак не будет. Это мой пинг, ребята. Ну ты просто далеко, ты считаешь. Где? В Азербайджане, а сервер в России. Ну и то я смотрю, у тебя пинг... Дарк не стоил. У тебя обычно такой пинг или меньше бывает? Не, меньше. Это сейчас что-то такая пробла. Смотрим. Потому что у меня тоже обычно меньше бывает, в два раза. Кто-нибудь один за 15 перейдите. Все, нормально. Давайте 6 батарей надо. У меня пушка 5 ларка. Да и 8. Нарожил еще. Блять. Ты хоть на пушку поставь у кого-то. Я знаю. Я и так собирался. У всех подлагивает немного. Да, лагает. Два раза эти проебали. Ну, может быть, нагрузка на черпальца, сейчас видишь, 13 пушек тыквы летает, а тыква, она тоже большую нагрузку дает, в том плане, то, что она же вот этот, разлетаются же кусочки там, эти тыквы. Каждый видит, это надо всем показать. Считай, 32 игрока здесь смотрят. Это надо каждому вот эти все это провизуализировать, вот эти все. Да, я уже не знаю. Чё сказать? Чё ты попал?
да, обходят там прям проезжают ногу. Сверху на длину не выходить. Не бывает, не бывает. Давайте я один вылезу, снимаю. Все, нету пушки. Видимо, там у нас. Сейчас тоже вам покидаю. Раздаты ставьте, гизурки, где твои раздаты? Не бывает, говорю. Никого, два раздата ставил? Я два ставил. Но я не считал, но... Кто не ставил випы? И простые игроки тоже ставят. Да, я пушки поломаю, не бывает. Пушки заморозки, не бывает. Я говорю, тебе не бывает. Денег, если бы